Здравствуйте, уважаемые телезрители. Бачигапу Андана Баряна. Сегодня наша программа «Мангбонайни» приветствует вас из столицы Российской Федерации Москвы. Бусунди Бачапу Москва Хотундиадини. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы расскажем вам о работе 4-го Всероссийского съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Наша творческая группа «Мангбонайни» находится в составе делегации Хабаровского края. И мы намерены, мы так думаем, что сегодня будет интересный рассказ о том, как проходил съезд, какие проблемы решали. Потому что многие проблемы могут решаться только здесь, в Москве, в том числе и наши проблемы Хабаровского края. Два дня, 12 и 13 апреля, проходил в Москве 4-й съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В Большом конференц-зале администрации президента собрались свыше 300 представителей от 40 народов из 29 субъектов Российской Федерации, делегированных от 200-тысячного населения, проживающего на территории нашей страны. Почти столько же, более 300, было приглашенных из регионов. На форуме присутствовали зарубежные гости из стран Международного арктического совета. В качестве официальных наблюдателей в работе съезда приняли участие представители международных природоохранных организаций. Освещали работу 4-го съезда наши коллеги из центральных и местных средств массовой информации. Представительный форум собрался, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся по проблемам коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Подвести итоги работы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ее региональных и этнических подразделений за прошедшие 4 года, оценить деятельность президента Ассоциации и Координационного совета, выбрать представителя от коренных малочисленных народов в постоянный форум Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, наметить пути развития по защите прав и решения существующих проблем. В ходе съезда состоятся выборы руководящих органов и президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В президиуме среди известных лиц вице-спикер Госдумы Артур Челенгаров, депутат Николай Рыжков, генеральный секретарь Межрегиональной лиги малочисленных народов и этнических групп Евдокия Гайер, президент Республики Якутия-Саха Николаев. После ритуала открытия начались приветствия участникам форума. Согласно пресс-релизу, официальному заявлению для печати, приветствовать съезд должны были президент Российской Федерации Владимир Путин, глава правительства России Михаил Касьянов, руководство Совета Федерации и Государственной Думы, министры. Свое присутствие на съезде подтвердили председатель Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов, министр Сергей Шойгу, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский, председатель Государственного комитета по рыболовству Евгений Ноздратенко. В дальнейшем ожидалось выступление председателя Госдумы Геннадия Селезнева. Никого из названных на съезде не было. От имени высокопоставленных чинов выступали их представители. Своих представителей прислали и послы северных стран. Так начался первый день работы 4-го съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Прошедшие 4 года со дня проведения 3-го съезда коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России показали, что несмотря на сложность проводимых политических, экономических и социальных реформ в стране, которые сопровождались рядом кризисов, мы смогли выжить, сохранить духовные и нравственные основы, полноправно участвовать в интеграционных процессах на международном уровне, быть полезными нашим землякам и нашим народам. Это факт реальный. Участники съезда без долгой раскачки взяли курс на деловой тон, сразу обозначив основные проблемы. Надо понимать, что для нас законы должны быть четкими, где бы четко оговаривались права на землю. А там она пусть хоть как угодно называется. Пусть это будет территория традиционного природопользования, или пусть это будут этносоциальные заповедники, как угодно. Но чтобы земля была в собственности. Далее, я хотел обратить внимание на то,
Конечно, для северян нужен орган, наподобие того, который был Государственный комитет Севера. Но с одним условием мы можем создать и министерство, и Государственный комитет. Но если там не будет северян, толку от этого никакого не будет. Как так могло получиться, что в Государственном комитете Севера, в Государственном комитете Севера, не было практически ни одного северянина? Вы посмотрите, сколько умных, порядочных людей сидит в зале. Ведь до такой степени люди обнагрели, да, так, что даже не предложили коренным волочистым народам Севера, которые ведут здесь, работают в Москве, не предложили ни одной должности. А на должность заведующего отдела традиционного хозяйства поставили женщину из Туркмении. Понимаете? И мы сидим и радуемся о том, как это вроде бы у нас хорошо получается. Это анекдот просто. Я был недавно в Канаде, там создали огромнейшую территорию Нунавут. И там по распоряжению правительства Канады 80% коренных жителей, 80% должны быть в этом правительстве. Поэтому я еще раз говорю, мы не должны ставить вопрос таким образом там, о создании какого-то государственного органа. Мы должны сделать этот государственный орган с условием, что там будут работать коренные малочисленные народы Севера. Валентина Николаевна, вы сегодня на съезде по долгу службы или по велению души? И по долгу службы, как председатель комитета, и по велению души, потому что среди участников этого съезда есть мои избиратели, это представители вепского народа, коренного народа Республики Карелия. Я являюсь депутатом от Республики Карелия, избрана я не по партийному списку, а напрямую избирателями, и поэтому я работаю как председатель комитета и ассоциации коренных малочисленных народов Севера, которая проводит съезд этот, и, конечно, с представителями коренных народов в нашей Республике Карелия. И так, и так. Какие мысли, какие пожелания вызывает этот съезд у вас? Очень хорошо, что проходит съезд, и очень хорошо, что есть такое объединение коренных малочисленных народов Севера. Потому что если бы этой общественной организации не было, если бы она не занималась постановочными вопросами перед всеми уровнями власти, и президентом, и правительством Российской Федерации, и перед депутатским корпусом, вы знаете, я думаю, что было бы гораздо сложнее выживать в этих условиях, хотя и так не очень просто. Поэтому я бы хотела, чтобы эта ассоциация крепла. Я бы хотела, чтобы ее поддерживали представители всех коренных малочисленных народов Севера. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта ассоциация имела как вертикальную связь от региона, от конкретной общины до центра, так и она бы больше работала бы на уровне местной власти там у себя на территориях. Потому что действительно, вот, наверное, и вы можете сделать выводы по отношению вообще к Северу. Оно сказывается и по участию представителей федеральных структур в работе этого съезда. Понимаете, потому что сегодня почему-то пытаются представить так, что особых специфических проблем Севера нет. Из самых первых выступлений представителей северных регионов стало очевидно, что размытость, нечеткость многих законов – наиболее острая проблема. Россия – северная страна. Как неоднократно отмечалось в выступлениях на съезде, 64% всей территории Российской Федерации – земли традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Только недальновидные политики не будут считаться с этим фактором. Несовершенство российского законодательства, имеющееся на сегодня. Ну, вопросы, как горожане, мы поднимаем опять нормовой рыбы. И сегодня был доклад Самар Юрия Александровича, очень горячий доклад. Сопровождался он бурными овациями. В общем-то, вопросы, которые волнуют нас, северян, проживающих в Хабаровском крае, все поднимаются, и вопросы, можно сказать, это общие для всего государства, для всего Севера. Это и территории традиционного природопользования, и ресурсы возобновляемые. После прений встреча с депутатами Госдумы будет. Ну, наверное, мы пойдем. Все-таки есть что им сказать, поспрашивать. Вот.
вот я, допустим, и готовился к выступлению вообще-то. Вот. Я вот, ну как, подготовил поправку к закону вот, о территориях традиционного природопользования. Термин очень такой, ну, непонятный, и он вот и в законе-то не расшифровывается, что это такое. Вот. И я считаю, ну, может быть, Вячеслав Иванович, наш депутат, возьмется такую поправку, ну, заявить хотя бы. Сегодня как никогда назрела необходимость конструктивного диалога регионов с федеральной властью. Нужно понимание, что проблемы коренных малочисленных народов – это проблемы всей страны, ее могущество и дальнейшего продвижения вперед. Много законов внесено было уже в прошлом созыве, много программ было сделано, их несколько, я знаю, программ, которые были направлены на поддержание коренных народов, но, как правило, они не работали. Не работали, потому что они подтверждены были финансово или по другим каким-то, значит, причинам. Поэтому очень важно вот проводить такие съезды, где нам необходимо сверить часы, как сегодня действуют те или иные законы, программы, постановления правительства. На сегодня они действуют очень плохо. И наша задача депутатов Государственной Думы вот, в этом плане организовать так законодательную деятельность, чтобы законов было немного, но они работали. Многие законы проигрывают, когда принимаются в общем, без учета специфики региона. И делегаты съезда констатировали это. Был принят закон федеральный о гарантиях прав коренных малочисленных народов России. И с этого года лишается права коренные малочисленные народы, проживающие в городах и поселках, так как действие настоящего закона распространяется на вид проживающих в местах компактного проживания. В 2000 году был принят федеральный закон об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока России, который рассматривает общину как орган самоуправления. И в крае, в Хабаровском крае, у нас мгновенно отменяется региональный закон об общине коренных малочисленных народов Севера в крае, который рассматривает общину как хозяйствующий субъект. Вы все прекрасно понимаете, что община, она не только орган самоуправления, но самое главное в ней то, что она является хозяйствующим субъектом. В 2000 году в Хабаровском крае был принят закон о территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, который относительно лучше принятого Государственной Думой, но не вышедшего еще федерального закона. Что нам дали уже принятые законы? Они еще более усугубили ситуацию. Принятие таких декларирующих законов не дали ничего и не улучшили нашу жизнь. Я очень с сожалением отмечаю, что позиция органов власти на федеральном уровне и позиция некоторых лидеров ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока такова, что лучше принять хоть такие законы, чем никаких. Нет, нам не нужны декларирующие законы, которые ничего не дают для нас. Еще одна очень важная проблема. Амур загрязнен. И власти всех уровней никаких мер не предпринимают. Утвержденная программа Амур не финансируется. Нет средств на комплексное обследование. И а у людей на Амуре наблюдается рост злокачественных образований. Несмотря на многочисленные обращения от ассоциации Хабаровского края, президенту, правительству, госком рыболовства ситуация не меняется. Мы получаем только отписки. Предлагаю обратиться к правительству о принятии срочных мер по очищению реки Амур, о проведении обследования населения Хабаровского края, о влиянии загрязнения реки Амур на здоровье населения. С высокой московской трибуны тревожно звучали проблемы жителей Хабаровского края. Их озвучила представитель коренных малочисленных народов Приамурья. Но проблемы эти касаются всех нас, живущих на дальневосточной земле. Их передали, размножили по центральным каналам и регионам страны средства массовой информации. В защиту экологии и рационального использования природных ресурсов на съезде было немало выступлений. Недаром основным лозунгом форума было «Мы живы, пока жива природа». Второй день начался с митинга делегатов и участников съезда.
Его цель – обратить внимание федеральных органов власти и общественности на проблемы коренных народов Севера. Митинг проводился на Горбатом мосту. В последнее время мост стал известен как место проведения различных манифестаций. Это небольшое декоративное сооружение, расположенное с тыльной стороны здания правительства Российской Федерации. Во время митинга, скандирования лозунгов, Белый дом хранил молчание, словно застыв в своей холодной монументальности. Он привык к подобным мероприятиям. Сегодняшняя акция, проходящая на Горбатом мосту перед Домом правительства, проводится нами неспроста. Дело в том, что это был последним шагом, наверное, шагом отчаяния для того, чтобы обратить внимание правительства на наши проблемы. Вчерашний съезд показал отношение правительства к нам. На съезде не было ни одного первого лица, не было приветствия президента, не было председателя правительства, не было зам Государственной Думы был. И на этом же уровне решаются, в общем-то, и проблемы. Я считаю, что такое отношение, снисходительно презрительное отношение к нациям на Дальнем Востоке, в Сибири, недопустимо. Еще не выяснено, как действует фенол на организм человека. Митинг закончился. Тишина на мгновение словно повисла в прохладном весеннем воздухе Москвы. Оглушенные криками мегафона, лишь через несколько секунд мы вновь услышали будничный шум столицы. Все здесь шло привычным чередом. Делегаты и участники форума направились к поджидавшим автобусам, чтобы продолжить заседание в здании администрации президента Российской Федерации. Завершающим событием этого дня стали выборы президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Координационного совета и представителя от коренных малочисленных народов в постоянный форум ООН по вопросам коренных народов. В результате голосования депутатов 4-го съезда представителем в постоянный форум Организации Объединенных Наций был избран Павел Сулянзиган. Президентом ассоциации вновь избран Сергей Харючи. И съезд констатирует не просто многие проблемы, абсолютно по всем практическим направлениям многие вопросы стоят на нуле. Это, да, то, конечно, есть объективные факторы, которые определенно сказываются на этом. Экономическая ситуация в стране, в регионах. Это самое больное место. Отсутствие правовой базы на федеральном уровне. Иногда, в большинстве случаев, особенно если на федеральном уровне на сегодня, в принципе, есть рамочные федеральные законы, к реализации которых необходимо подходить творчески на уровне регионов, субъектов федерации, то в большинстве субъекты федерации, к большому сожалению, абсолютно никак не подходят. Ни творчески, никак. Просто не обращают внимания на это. Отсюда мы видим результат, особенно в тех регионах, которые являются традиционными, в тех субъектах федерации, в краях, областях, где аборигенное население не имеет своих национально-территориальных образований. Вот мы видим сегодня результат. Тем не менее, это не говорит о том, что мы должны сдаваться, что мы должны сидеть сложа руки, когда наступит доброе времена. В любом случае, время сегодня позволяет каждому из нас занимать активную жизненную позицию, активно участвовать в решении своих собственных социальных и экономических проблем. Знаете ли вы конкретно о проблемах коренных жителей Хабаровского края? Ну, безусловно, знаю. И самое сложное положение, к большому сожалению, конечно, в дальневосточные регионы. И не зря, значит, 2 года назад я вел должность вице-президента по дальневосточному региону, на которой работает Галина Михайловна Волкова. Она одновременно возглавляет Хабаровскую краевую организацию аборигенного населения. У нее получается, на мой взгляд, по всем тем отчетам, по всем тем отзывам, которые дают, поступают с мест. Эти последние 10-12 лет
когда в России, значит, можно сказать, был кризис, кризис власти, значит, вот этот дефолт 98 года, когда вот в этих условиях наша ассоциация российская, она выжила, и, значит, ее все знают. Вот это самое важное. Кажется обидным то, что не дали слово приглашенным. Мы могли от Хабаровского края очень много рассказать. Я думаю, что наш доклад был бы гораздо интереснее, чем здесь докладывали регионы. Потому что у нас в Хабаровском крае мы первые приняли положение о территориях традиционного пользования, об общинах. У нас в Хабаровском крае в одном из немногих регионов принято в 2000 году в бюджете края строка 4,5 миллиона выделено на поддержку коренным народам. Вот. У нас есть очень хороший опыт по Яномайскому району, когда глава администрации и дума Яномайского района, значит, приняли решение и из налогов, в местный бюджет 4% отчисляют, значит, на развитие коренных народов. Это очень положительный момент. Я думаю, что и другие районы Хабаровского края могли бы главы администрации принять такие, значит, положения, что ли, и все-таки помогать коренным народам. Москва стала местом встречи делегатов, приехавших сюда из отдаленных на тысячи километров уголков страны. Из сюжетов телевизионной программы «Мангбон Айни», привезенных нами на форум, жители северных регионов, гости из-за рубежа лучше узнали о жизни и культуре коренных малочисленных народов, проживающих на берегах далекого Амура. Русский язык объединил многоязычный форум. 4-й съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации завершил свою работу. Он поставил много вопросов, которые еще предстоит решить. Нам хотелось подробно проинформировать жителей Хабаровского края о прошедшем форуме. К сожалению, что-то осталось за кадром. В последующих программах «Мангбон Айни» мы расскажем о том, что не вошло в эту передачу.